Фламенко и джаз в исполнении виртуозного аргентинского гитариста. В Киров с единственным концертом приехал Карлос Дорадо. Он объездил почти весь мир и не раз выступал со знаменитыми музыкантами на одной сцене. В нашем городе импровизировать гитаристу помогал наш коллектив «Эль Танго». На репетиции перед концертом побывала Елена Рогозина. Подожди немного, усложняешь. Это 6 или 9? 9. Единственная репетиция перед концертом. На сцене кафе гитарист Карлос Дорадо сыграет вместе с музыкантами «Эль Танго». Ноты 4 песен руководитель группы Николай Донецкий получил по электронной почте заранее. Все остальное на выступление – импровизация. Карлос Дорадо входит в десятку лучших гитаристов мира, которые играют латинскую музыку. Он родился в Аргентине, в портовом городке Мар-дель-Плата. Там научился играть на гитаре и сочинил первые песни. После объездил полмира – Францию, Германию, Грецию, Испанию. И в итоге обосновался в Швейцарии. В Аргентине музыкантам сложно существовать. Во всяком случае, так было 20 лет назад или более. Именно тогда я и уехал в Европу, где больше возможностей для гитариста и больше перспектив в плане работы. В России Карлос уже второй раз, до этого приезжал с концертами в Москву и Магнитогорск. Говорит, наша страна его притягивает динамикой и, конечно, кухней. Я не знаю названия, такие треугольники с мясом внутри, я не запомнил, как они называются. В Кирове виртуозный гитарист дал всего один концерт. Исполнил песни с нового альбома, где соединил джаз, фламенко и классику. Елена Рогозина, Иван Дёров, информационный канал «Город». Это были новости пятницы 1 февраля. Вы можете рассказать нам свои новости, позвонив по телефону редакции 54 18 19 или отправив письмо по электронной почте. Наши новости дублируются на сайте 1городской.ру. Сразу после нас не пропустите прогноз погоды и программу «Вятка Тудей». А я с вами прощаюсь. В студии работал Александр Тимшин. Всего доброго и до встречи в городе. Генеральный партнер информационного канала «Город» – сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эксперт».